После ковида прошел год, и запах, и вкус тухлости на некоторые продукты остался. Что с этим делать? Обычно изменение вкуса и запаха после перенесенного ковида там или гриппа, неважно, оно исчезает где-то, ну, там, от недели до месяца максимум. Если это длится уже год, ну, это определенно ненормально. И у нас два момента. Первый, надо перезагрузить систему, то есть обонятельную, осязательную, там, вкусовые все эти рецепторы, да. То есть нам надо не кушать, нам надо поголодать дня три. То есть дня три ничего не кушать, пить воду можно. Вот. После этого восстанавливать питание, ну, питаться полноценно, качественно, чтобы не было такого, чтобы мы 3 дня поголодали, а потом одну гречку едите или еще что-то. Да? Надо, чтобы разнообразное, качественное, богатое, даже насыщенное питание было. Второй момент. Уберите сладкое на первое время, пока восстанавливается. Вот. И третья вещь. Если все это не поможет, тогда нужно работать с психосоматикой. Возможно, во время болезни были какие-то состояния, когда сознание человека немножко погашено, да, и какое-то в разуме какая-то сформировалась установка. Надо ее вытащить и нейтрализовать. Если вопрос так стоит, то можно к нам обратиться, мы это делаем.